Я собираюсь приготовить по сценарию номер 18. Называется он фермерский сценарий. Вот у нас здесь паста, салат из свежих овощей, творожный десерт с черникой и печеньем. Сейчас как раз лето, самое время для ягод, для свежих овощей. Ну и пункт первый, шаг первый, то, что я делаю, я готовлю все ингредиенты, они должны быть вместе. Сразу я все померила в нужном количестве. Я готова начать. И вот три блюда, которые я приготовила за эти полчаса. Это десерт черникой и творожный десерт с печеньем. Это салат овощной с маслом оливковым, а это паста вместе с зеленым горошком, курицей, сливками и сыром. Вот все вместе выглядит вот так. Полчаса.